равнодушие. Я понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный холод, мороз. Тот, что обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой души. Если могли промерзнуть кости, то мог промерзнуть и отупеть мозг. Могла промерзнуть и душа. На морозе нельзя было думать ни о чем. Так и душа. Она промерзла, сжалась. Может быть, навсегда останется холодной. Разворачивайтесь, марши, словесное не место кляузе. Тише, ораторы, правой России не быть под Атлантой. Левой, левой, левой. Водороженьку, ты совсем...